Доброго времени суток всем. Сегодня хочу рассказать о таком аксессуаре Нужимана, как переносной мусат. Я, конечно, выбрал бы на эту роль керамический какой-то трехгранный брусок. Пока у меня такого брусочка нету, у меня есть вот такой вот алмазный мусатик. Ну, специально для тяжелых случаев. Если случай не тяжелый, то нож можно вообще не править, на мой взгляд. Итак, он представляет из себя вот такую вот ручку. Внутри спрятан стержень алмазный. Самое главное, что отличает вот этот мусат от других, то что у него есть плоская часть. Ну, она не плоская, она относительно плоская. Благодаря этому по плоской части очень удобно править нож. Есть такие же, просто представляющие собой конус. Это для того, чтобы, например, серрейтор с комфортом подправить. Также здесь есть паз, можно править что-то типа крючка, гвоздя, что-то острое, если в этом какая-то необходимость. Конечно же, можно править и топор. Давайте сейчас я вам поподробнее о размерах расскажу. Во-первых, в сложенном виде. В сложенном виде имеет размер 14 сантиметров. Давайте также померяю диаметр, может, кому интересно. Они все стандартные. Так, диаметр тонкой части 9,5, самой толстой вот этой шайбы 12. Тут какой-то чудак стал что-то сверлить, поэтому надеюсь, это не будет этого слышно. Прошу прощения за него. Итак, где можно это чудо хранить? Можно хранить в органайзере в каком-то, вот так. А можно с помощью клипсы тоже где-то закрепить. Кстати, давайте я вам покажу в сравнении, например, с маркером, с ручкой Parker Jotter. Такая, я думаю, есть у многих. Ну, вот такой вот порядок по размерам. То есть он ничем практически не отличается. Это мусатик складной. Итак, в разложенном виде. Можно укрепить как поближе, так и подальше, но я считаю, что лучше крепить вот, вот так вот. Здесь как раз начинается вот такой вот скос на плоскую часть. Вот он. И дальше плоскость. Именно плоскость, я считаю, в этом фишка. Потому что, смотрите, вот, допустим, топор даже можно поправить этим мусатиком. Можно его использовать как такой вот мусат какой-то отдельный. Можно по нему вот так вот работать топором. Ну, подножный угол, конечно же. В открытом состоянии длина его, он даже не влезает, длина его 23 сантиметра, то есть вот рабочий размер. Что еще я могу сказать? В принципе, ручка самая очень легенькая, весь вес в стержне. Если хотите где-то такой купить, то вот советую на eBay пробить Pocket Sharpener, Diamond, ну и добавить слово ручка, Pen. И будет множество предложений, где-то в пределах 15 баксов, дороже он стоить не должен. Конструкция очень такая простая. Вот, вот такой вот складной EDC алмазный мусат. Я думаю, может, кому-то будет интересно, вещь полезная, но к нему в дополнение я бы взял все-таки что-то типа такого точила косточкой с двумя резинками по бокам, треугольная и из керамики. И они будут отлично друг друга дополнять. Потому что какие-то проблемные места вы будете управлять вот таким алмазным мусатиком. Ну а остальное довершать с помощью керамического камушка. Ну что ж, вот я думаю, все. Всем спасибо за просмотр. Если кому-то нужно тащить серрейтор, то такой бы я выбрал с конусовидным стержнем. Ну что ж, всем пока.